Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео «Завораживающий русский», где мы говорим об интересных словах русского языка. Добро пожаловать! Ставьте, пожалуйста, лайк, чтобы показать мне, что моя работа вам нравится, и подписывайтесь на канал. И сегодня у нас такое очень слово драматическое. Это предназначение. Предназначение. Что это значит? Предназначение может быть у вещи или у человека. Предназначение. У человека и у вещи может быть предназначение. Предназначение – это когда мы говорим «для чего?». Для чего эта вещь или для чего человек. Например, я в интернете нашла интересный текст о предназначении разных вещей, о которых мы никогда не думали. Например, в джинсах, вы знаете, джинсы, там есть обычный карман, куда мы можем положить телефон, кошелек, и есть маленький карман, куда обычно ничего нельзя положить. И как вы думаете, каково предназначение этого кармана? Я прочитала, что это для часов. Раньше часы у нас были не на руке. Они были специальные часы, и мы их клали в карман. Значит, предназначение этого кармана это было для часов. Или когда мы не понимаем, для чего вещь, мы можем сказать, а каково предназначение этой вещи и так далее. А да, еще интересное предназначение, когда мы покупаем одежду, я мало покупаю одежду, но иногда покупаю одежду, и там есть обычно пуговица, да, пуговица, и тоже есть маленький элемент, маленький фрагмент ткани. Ткань – это текстиль. И как вы думаете, каково предназначение этой вещи, этого маленького фрагмента текстиля? Я прочитала, что это для того, чтобы, когда вы не знаете, как правильно стирать вещь, стирать значит так, да, в воде. Ну, сейчас мы в машине стираем. Когда мы не знаем, как правильно стирать эту вещь, мы можем постирать этот фрагмент и посмотреть, как он реагирует. Вот такое предназначение. Я сказала, что также это может быть очень драматическое слово, потому что предназначение тоже может быть для человека. Но это значит обычно, почему я живу на этой планете, почему я здесь. Для чего? Это предназначение. Например, я нашла свое предназначение. То есть я знаю, что я хочу делать всю жизнь, например. Или в интернете можно найти такие тексты, статьи, вопросы. Как найти свое предназначение? Как найти свое предназначение? И, кстати, я не думаю, что у нас есть только одно предназначение. Я в это не верю. Я думаю, что мы можем быть специалистами, профессионалами в разных сферах, но нужно выбрать конкретную сферу и там много работать. И тогда мы можем сказать, что это наше предназначение. Вот. Или еще в более драматичном контексте, например, солдат на войне умирает, он умирает, больше не будет жить, и он может сказать, да, может быть, это было мое предназначение умереть для моей родины, для моей страны. Да. Вот. Но это такой немножко пример экстремальный. Вот, дорогие друзья, пишите ваши примеры. Можете написать такую фразу.
Например, знаете ли вы, каково предназначение кармана на джинсах или фрагмента текстиля? Или мы можем сказать, я нашла свое предназначение в жизни. Это, например, продавать цветы или быть учителем и так далее. Пишите и приходите на мой сайт russianpodcast.eu. До скорого! Пока-пока!